И снова здрасте, четвертое видео приедет, кажется. Оказывается, я сейчас писала без флешки, потому что я уставшая, а вы тут все что-то хотите, 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 а у меня даже сладкое заканчивается. В общем, плохо это. В общем, приветы на двух листочках. Один листочек привет и перечисление, другой листочек привет над каждой фамилией, потому что не думала, что вас только набежит. Если я кого-то забыл, то извините. Можете там еще раз мне написать. Просто некоторые комментарии я почему-то вижу уже спустя сутки, и то если тыркаюсь специально под видео. А специально под видео я тыркаюсь очень крайне редко. Короче, начинаю. Третий раз и надеюсь правильно. Привет, Полина Милова. На И. Алина Бугаева. Привет. Ну, если я опять кого-то неправильно произнесла, вы мне там поймите, я вас перепроизнесу в следующем видосе. Джума Махмудова, привет. Разият Гусенова, привет. Фандом Гел, или Фандом Гел, уж не помню. Короче, привет, ты уже второй раз просишь привет, и я так поняла, что тебе на каждый раз будут передавать привет, но ты мне напоминай. Ксения Щукина, привет. Макс из Пензы, привет. У меня в Пензе есть какая-то родня по дедушкиной линии. Фамилию родни не помню. Там два брата и сестра, или как-то, ну, короче, очень много, какая-то родня. В количестве как минимум 5 штук. Надя Гукина, привет. Николас Торопов, привет. Как написано, так писала. Лиза Исопа, и вам привет. Алина Данилина, привет. Вон тут у меня смайлик под каждой фамилией. Ником. Так, и второй листик. Touch Planet, привет. Так, Настя Soul, привет. Вообще там на латинице было, я решил, что, наверное, так и есть, если по-русски. Анна Холкина, привет. Амелия Голд, Золотая Амелия, привет тебе. Екатерина Тишинина, и тебе привет. А дальше просто вот чисто от меня привет, и Павел Иванов, который очень часто интересуется моим социальным и семейным статусом и положением, привет тебе, займись своей жизнью уже, а? И ноги в руки, ноги в руки, возьмите себя ноги в руки и валите куда-нибудь, привет. Нет, я сейчас сытая, просто я уже уставшая, и поэтому, возможно, местами злая. А злая, то бишь агрессивная, я могу быть в трех видах, когда я уставшая, когда я хочу есть и когда я хочу спать, когда все это вместе. Ну, совсем крайний вариант, когда у меня воздуховое голодание, но я все-таки недавно была на воздухе, поэтому у меня сейчас просто уже усталость. Я хочу наконец-то уже сделать себе ванну с пеной, и вам все что-то надо, все эти АСМР и видео с приветами. Ну, могу же я устать когда-то? Все, пока.